Анонс и точка до выхода 18 серии турецкого сериала «Моя прекрасная семья». 18 серия сериала выйдет в эфир 8 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Расим находится в очень нервном состоянии. И в итоге все приводит к тому, что он прогоняет Сину из дома. Помимо этого, он очень зол на Джанан. Из-за того, что она привела Сину в дом и никому об этом ничего не сказала. Ферди очень сильно переживает из-за того, что запланированная им вечерняя трансляция может быть сорвана. Как только Расим покинул дом, то столкнулся с Синой, и между ними сразу же завязался разговор. Сина продолжает убеждать Расима в том, что он ни в чем не виновен. Когда Джанан ушла из дома, то ее также переполняла злость в отношении Расима. Но Расим неожиданно становится на сторону Сины и начинает убеждать всех в том, что тот действительно любит их дочь. Когда все успокоились и собрались дома, то Джанан решила поговорить серьезно с Расимом. Она стала рассказывать про большой долг Аднана и о том, что теперь его ищут влиятельные люди, которые способны причинить вред. Расим, узнав обо всем, начинает придумывать способы для того, чтобы помочь Аднану. Он готов будет полностью погасить его долг, но при этом ставит определенные условия. 18 серия сериала выйдет в эфир 8 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.